За прошедшие выходные в городе выпала почти половина месячной нормы осадков, а это значит, что для коммунальных служб наступила горячая пора. К непогоде дорожники оказались готовы. Основные магистрали успели обработать противогололедной смесью. В субботу на улицах работали 64 единицы техники, в воскресенье их количество увеличилось вдвое. Очистка дорог и тротуаров от снега продолжилась и сегодняшним утром. Но у коммунальщиков возникли проблемы. Во дворах очень много машин. Там, где паркуются машины, там пока невозможно было прочистить. Поэтому в течение дня все эти парковочные места надо будет прочистить. Припаркованные во дворах машины доставляют неудобства городским службам уже не первый год. Главам районов, с управляющими компаниями, с ТСЖ, с председателями домовых комитетов нужно эти вопросы отрабатывать и просить автолюбителей после снегопада свои машины убирать. Там до 5:30, до 6 утра. Для того, чтобы трактор смог двор очистить. Это непростая задача, но давайте мы начнем эту культуру прививать автолюбителям.